Страховой дом «Феникс» предлагает ОСАГО по выгодной цене от ведущих страховых компаний. В рассрочку. Без дополнительных услуг. Наш адрес. Спортивная 1. Галерея «Статус Холл». Анализ на COVID-19. Медкнижки, медсправки, медкомиссии в медицинском центре «Меркурий». Организациям скидки. Телефон 31-74-77. Легендарный бойцовский клуб «Ахмат». Здесь готовят новых героев. Лучшие бойцы и наставники мирового уровня. Тренируйся с нами и стань частью мирового ММА. Революционная 7. «Ахмат» — это сила. 22 июля на дорогах Тольятти в двух ДТП пострадали 4 человека. На перекрестке Фрунзе-Юбилейной не смогли разъехаться «Лада Ларгус» и «Хёндай Соната». Как установили сотрудники ДПС, мужчина на «Ларгусе» при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу иномарке. Машины столкнулись, оба транспортных средства получили значительные повреждения. От сильного удара в салонных легковушек сработали подушки безопасности, но, несмотря на это, двум пассажирам «Хёндай» понадобилась госпитализация. Пострадавшие были доставлены в больницу для дальнейшего медицинского обследования. Спустя 30 минут в центральном районе возле дома 23А по улице Садовой столкнулись две автоледи. Молодая девушка при выезде на перекресток со второстепенной дороги не предоставила преимущества в движении автомобилю Kia Sportage, в результате чего произошло ДТП. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В ГИБДД отмечают, что большинство ДТП происходит из-за сознательного нарушения участниками дорожного движения, требования безопасности и элементарной невнимательности. Автолюбители, будьте предельно внимательны за рулем своего транспортного средства. В доме номер 18 по Ленинскому проспекту произошло ЧП. В квартире на первом этаже был обнаружен труп мужчины. Как рассказали соседи, около 5 дней назад они почувствовали неприятный запах и обратились в полицию. К месту был направлен участковый квартала. С помощью сотрудников МЧС была взломана входная дверь. Проникнув в квартиру, оперативники в зале обнаружили труп мужчины. Предположительно, он находился там около 2 недель. Местные жители рассказали, что мужчина проживал один, родственников у него не было. Погибшему было 56 лет. Он не работал и, со слов соседей, вел аморальный образ жизни. Еще одно ДТП с велотранспортом произошло в центральном районе на улице Шлютова. Там под колеса «Газели» попал несовершеннолетний велосипедист. 50-летний водитель на своем транспортном средстве допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который выезжал на перекресток со второстепенной дороги. В результате ребенок получил телесные повреждения. На днях нетрезвые родители чуть не забыли 3 детей на пляже. Благодаря спасателям удалось избежать ЧП. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, к спасателям обратились очевидцы, которые отдыхали на пляже. Они сообщили, что там находятся нетрезвые родители с 3 маленькими детьми. Информация была передана полицейским. До их прибытия ситуация находилась под контролем сотрудников центра. А после вся семья была передана правоохранителям. Не перекрывайте проезды к зданиям, они необходимы пожарным машинам. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда огнеборцы, направляясь к месту тушения пожара, не могут добраться до подъезда дома, где произошел этот самый пожар. Причиной этому являются загроможденные проезды к подъездам зданий и сооружений, а также большое количество припаркованных автомобилей возле них, мешающих проезду спецтехники. Пожарно-спасательные расчеты могут прибыть к месту с опозданием из-за затрудненного проезда, ведь каждая секунда на счету. От этого может зависеть жизнь человека. Сотрудники МЧС призывают граждан серьезно и благоразумно отнестись к этой проблеме. На территории города проходят масштабные мероприятия по профилактике и пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Особое внимание сотрудники полиции обращают на легальность деятельности перевозчиков, на техническое состояние транспорта, а также на соблюдение режима труда и отдыха водителей. Сотрудниками отделения технического надзора отдела ГИБДД и батальона дорожно-патрульной службы на постоянной основе проводятся совместные мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. При этом в случае выявления нарушений действующего законодательства со стороны водителей рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности также должностных и юридических лиц. В ближайшее время дорожные полицейские продолжат контролировать места организованных стоянок автобусов, а также условия предрейсового, технического и медицинского осмотров. Ситуация взята на усиленный контроль сотрудниками ГИБДД.